15, I remember the car ride, small fights, conversations all night. I never saw you as anything more than a friend, but now I see you in a new light. We're getting older, there's a sparkle. С вами эксперт по недвижимости Целова Мария. Сегодня мы с вами находимся на юге Санкт-Петербурга и прогуляемся с вами по жилому комплексу «Зеленый квартал», возводимый застройщиком Settle City. Дело в том, что мы с моими клиентами достаточно много приобретали квартир в этом жилом комплексе, но не все мои клиенты имеют возможность полюбоваться продвижением этапа строительства, тем благоустройством, которое сейчас здесь происходит. Вот. И это видео будет приветом для моих клиентов, ну а вам, возможно, поможет сделать правильный выбор. Пойдемте прогуляемся, и я вам пока расскажу дальнейшую информацию. Комплекс этот, безусловно, притягивает внимание многих, что абсолютно понятно. Ведь он отвечает всем понятиям комфорта и находится в черте города, на разумном удалении от метро «Московская», и имеет комфортную этажность домов. Всего здесь 5 этажей будет во всем комплексе. От ЖК до метро «Московская» ехать тут 20 минут. С подачи застройщика будут запущены маршрутки. По планам города довольно скоро будет построено метро «Пулково», что сократит время и расстояние до метро. В следующем году застройщик своими силами планирует построить навесной пешеходный переход на противоположную сторону шоссе. Рядом с комплексом расположен парк Пулковской обсерватории. Он красив, а вход свободный. Этажность домов имеет одно из решающих значений. На самом деле, многие покупатели при обращении подобрать им квартиру сразу обозначают, что не рассматривают плотные застройки с высотными домами типа Мурино или Парнас. На существенную часть людей подобные застройки оказывают подавляющий эффект. В этом плане в ЖК «Зеленый квартал» вы точно будете комфортно себя ощущать. Территория комплекса будет огорожена, украшена детскими площадками и спортивными яблоневыми, грушевыми и сиреневыми аллеями с рождественской елью посередине. На первых этажах с внешней стороны комплекса расположатся магазины, кафе, аптеки, салоны красоты. А для ваших детей будет построено 2 детских сада и 2 школы. Часть из них будет сдана к концу 2021 года. Так что территория обещает быть уютной, безопасной и самодостаточной. Было бы здорово, если бы застройщики почаще находили возможность строить подобные малоэтажные клубные жилые комплексы в нашем насыщенном городе. Уверена, что такие комплексы станут оазисами притяжения Санкт-Петербурга. Сегодня у нас по календарю середина сентября. И на сегодняшний день мы видим, что благоустройство вокруг комплекса завершается. Проезды и подъезды все заасфальтированы. Стоянки для автомобилей разлинованы. Фонари установлены, детские площадки установлены. Озеленение высажено. В общем, все идет к тому, что уже вот-вот первая очередь начнет получать ключи и радостно заселяться.
стартовая цена студии в начале продаж была около 2 миллионов 200 тысяч рублей. На сегодняшний день она выросла примерно на миллион. Но это все вокруг да около. Пойдемте в шоурум и посмотрим планировки и отделку, которые будут представлены в готовых квартирах. На нечетных этажах отделка будет светлая, а на четных – темная. Качество материалов и отделки этого застройщика всегда радовали. Baby, take my hand and let my love help.
по ЖК «Зеленый квартал» мы решили закончить у метро «Московская». Время в пути сюда составило 15 минут, расстояние 18 километров. Друзья, кто задумался о приобретении недвижимости, обязательно мне звоните. Я помогу вам сделать правильный выбор. Подберу вам квартиру от застройщика по самой вкусной цене. Буду сопровождать вас на сделке. Проконтролирую документооборот. Звоните мне по телефону, указанному на экране. Подписывайтесь на наш канал. Делитесь информацией в соцсетях. С вами была Мария. Всем до скорого. Пока!